Здравствуйте, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную просторную квартиру в районе Махмутлар. В этой стороне у нас установят парк. Так что здесь есть один уже готовый большой парк конца района Махмутлар. Здесь стык Махмутлара с Каркаджаком. Здесь у нас будет второй парк, и за этим проектом третий парк. Здесь огромный балкон, можно также его застеклить. Сторона восточная. Рядом есть вся инфраструктура. До улицы Барбаросса здесь 160 метров, до моря 220-240 метров максимум. Так, покажем квартиру. На улице сильный ветер. Похолодало у нас в Алании. Гостиная комната совмещена с кухней. Она какая-то огромная. Так, здесь. Вот. Пройду еще в эту сторону. Столешница у нас мраморная. Бытовая техника Siemens. Индукционная плита, все Siemens. Продается под ключ. Прихожая. Покажу сразу блок. На этаже 4 квартиры, есть один лифт. Тут фитнес, огромная территория. Теннисный корт, баскетбольная площадка, большой бассейн, который я сейчас покажу вам. Первая спальня дополнительная. Тут где-то 12 квадратных метров. 12-12,5. Спальня большая по сравнению с новостройками. Вот такое окошко. Санузел. У нас 2 санузла здесь. Стиральная машинка тоже фирмы Siemens. И хозяйская спальня. Тут как минимум 13,5 квадратных метров жилых. Давайте я вам отмерю. Приходи, палочка, ручалочка. Так, метка туда. Уже 4. Извиняюсь, дорогие зрители, я меньше сказал. 15-200. Ну, да-да, как минимум 13,5 же сказал я. Здесь у нас второй санузел. Большой, не маленький. Также есть вытяжка. Угу. Так, и второй балкон. Эта сторона уже южная. Тут тихо, спокойно, мало машин проезжает. Очень хороший парк. Можно застеклить также. Сделать балкон. Вот, например, здесь застеклили. Вот фасад здания покажем. Досмотрите до конца. Потому что я сейчас буду снимать инфраструктуру. И цену скажу я внизу, около бассейна, чтобы досмотрели до конца. Идемте вместе со мной. Айдат здесь 200 лир. Итак, дорогие зрители, квартира находится на среднем этаже. Вот вид на бассейн. Спускаемся на его этаж. Вместимость 5-6 человек. Как красиво, да?
большая территория, зона барбекю, аквапарк даже есть там. Здесь у нас вот такой вход. Спускаемся вниз на площадку. Здесь смотрим, фитнес где-то должен быть здесь. Это фитнес. Вот фитнес-зал. Склад у них также тут. Вот. Санузел. И тут большой бассейн, калитка в этой стороне, ухоженный сад. Так. Здесь все доделают. В той стороне баскетбольная площадка, зона барбекю. И вот такое здание. Проект был сдан в 2008-2009 году. Итак, дорогие зрители, холодно. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber, плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Но сегодня ветрено. И холодный ветер, тем более. Всем пока-пока.